Муртазаев. Крахавац. Передача вперед. Кабананга. Есть возможность убежать у Джуниора. Ох, а если бы сейчас Труков срезал мяч в свои ворота, и все-таки желтую карточку от Вещеченко получает, и пенальти будет назначено ворота, будет назначен ворота Саши Стаменковича. Я думаю, что Джуниор Кабананга, именно он будет пробивать с 11-метровой отметки. А болельщики Укртпеса, естественно, недовольны. Да, именно Кабананга будет пробивать пенальти. Хотя для Романа Муртазаева это также очень важно — забить первый гол. И после этого, я думаю, нападающего прорвет. Но решили так, как решили. Кабананга против Стаменковича. Второй пенальти подряд для Джуниора. Напомню, что в матче против Актобе пришлось дважды пробивать. И лишь со второго раза засчитал главный арбитр Александр Алиев. А как будет на этот раз? Итак, разбег, Кабананга, Стаменкович, выше ворот пробил Джуниор! Повезло сейчас Сидняку.